Друзья, всем привет! Собираюсь на очередной выезд на рыбалку. Решил вам показать, как я варю кукурузу перед рыбалкой. Это один из тех способов, которые я использую. Для этого я беру в аптеке вот такие витаминки Ревит, дрожжи. Они довольно дешевые. Так они выглядят. Желтые шарики такие. Немного подсолнечного масла и немного сахара. Значит, что я делаю? Что я сделал уже? Я, в принципе, засыпал кукурузу, залил водой, поставил на огонь, все, она вот начала кипеть. Значит, дальше что я буду делать? Посредством выкипания уже воды, когда кукуруза начнет уже разбухать, соответственно, вода выкипит. Часть она впитает, часть она выпарится. Когда уже кукуруза начнет виднеться на поверхности, я засыплю эти витаминки, налью немного масла и насыплю сахар. Впрочем, я вам покажу сейчас это. Сейчас вот у меня первая заливка воды. Сейчас она выкипит, и включимся уже с вами на второй заливке. Собственно, вот вода уже выкипела. Часть питала в кукурузу. Кукуруза уже набухла немного. Сейчас самое время закидывать витаминки. Не хочет одна выпрыгивать. Да вылазь ты. Все, хорошенько перемешиваем. Витаминки сейчас растают. Вот можно сразу заметить их. Вот они, белые шарики. Вся желтизна, можно сказать, уже ушла в воду. Сейчас добавим немного воды. Сейчас подождем минуты 2-3, они полностью растают. Добавим немного воды, чтобы она покрыла кукурузу. Так как кукуруза уже достаточно набухла и осталось еще от силы вариться. Ну, с часик, не больше. Добавим немного воды, чтобы поставим, наверное, на медленный огонь. Пусть уже дойдет до готовности. Вот, в общем, что у нас получилось. Цвет, видите, какой насыщенный получился. Запах тоже необычный. Так что завтра будем пробовать, как она себя покажет на нашем месте рыбалки. Всем привет, друзья. Выехал на очередную рыбалку. Такие были экспресс-сборы. Спонтанное решение выехать. Приехали вот на такой канал. Сейчас попробуем, посмотрим, что у нас получится из этого. Ездили туда повыше немного, там все занято, такие более перспективные места с ямками, с деревьями, с теньком. Сейчас вот такое вроде нашли, более-менее место. Здесь удобно расставиться будет. И там вот чуть ниже тоже, ну там больше тенька, но меньше места для закидушек. Там деревья вот так вот растут и трава. Сейчас, в общем, выберу я, где будет лучше, как бы, где душа ляжет, так скажем. И уже начнем рыбалку. Вот, в принципе, места. Второе место. Ну, здесь меньше места для закидушек. Но есть тенек. Выбрали место. Здесь остановимся, наверное. Здесь вот деревья. Тенек есть небольшой. Солнце, когда в зенит уйдет, в принципе, тенек будет, где машина. И здесь можно, в принципе, расставиться тоже. Но здесь минус вот трава под берегом. Я думаю, не помешает. Нам сейчас закормлюсь. В общем, здесь начнем рыбалку.
сделал кашу семечками молотыми и с прикормкой. Сейчас шарика 3 закормим и пареную кукурузу. Далеко, наверное, не буду бросать за эти сразу водоросли. И кукурузы немного закинем. Вот, кстати, цвет какой желтый у нее стал после витаминок. И запах, кстати. Так, здесь штуки 3 установлю. Так, остальные там пониже. В общем, расставился я. Снасти довольно широко растянул друг от друга. Я здесь впервые. Чтобы рыбу найти, я думаю, кучковать их не стоит. Лучше пошире. В разброс разбросал их. Для того, чтобы найти ее. Все, в общем, будем ждать с вами. Посмотрим, что из этого выйдет. Только сказал вам, будем ждать. И уже вот на эту поклевка была. Что-то дернуло и успокоилось. Начал отсюда отходить. Тут из-за кидушки что-то дернуло один раз. Нет, тишина. Видать, мелочь. Либо карасик, либо облачко не подсеклась. Укололась просто. Сейчас, в общем, думаю, пойду по берегу пройдусь выше. Ниже вон там соседи стоят, не буду мешать. Пойду выше пройдусь, посмотрю, где камыш обгрызанный. Попробую закидушку закинуть на камыш.
Если найду, конечно, обгрызанный камыш. Если не найду, не знаю, где-нибудь подальше там от нас, от лагеря поставлю. Все равно одну вот здесь сорву камыш. Может, что-то из этого получится. Закидушки все перезакинул, в общем. Немного подальше закинул их. Сейчас солнце взошло. Я на бугорок встал, посмотрел. Ну, там, где они стоят. Трава довольно далеко. Чтобы они тут на нее не падали, в ней не путались. Подальше немного закинул их. Сейчас пошел, посмотрю камыш. Поищу. Ну, камыш, в принципе, вот везде есть. Поищу, где он погрызанный. Взял с собой закидушку. Поставлю одну там. По берегу, не знаю, везде целый камыш. Здесь вот нашел такой свал небольшой. Сразу вот видно, ямка уходит. Сейчас здесь камыш возьму. Вот он здесь растет как раз. Вон змей башка. Сейчас здесь камыш возьму. И недалеко здесь закину где-нибудь. Одну закидушку посмотрим. Может быть, получится что-то. Так, что-то сразу здесь глубина идет. Смотрите, большая глубина. Достану, нет, я как камыш этот. Достал. Сейчас, в общем, свяжу, закину. Груз для Ильи довольно тяжелый. Да, здесь ямка. Сразу леска вниз ушла. Ну, посмотрим, будем надеяться. Какой-нибудь залетный, что залетит к нам. Друзья, первый улов наш. Поймали чью-то удочку. Честно говоря, думал, коряга. Нет. Что за мощная поклевка на нее была? Что ее утащило у кого-то? Довольно долго, наверное, лежит уже. Найдись, хозяин ее. Оно заржавело, что ли? На. Катушка полная песка внутри. Не крутит, в общем. Так, давайте посмотрим. Сейчас вымоем ее. Алюминий начал слазить. Видите, не крутится. Внутри она полная выли, скорее всего. Ну, в любом случае, хозяин, если ты это увидишь, заберешь ее, отремонтируешь. Я ее с собой заберу, напишешь комментарий. Сейчас посмотрим, рыба или нет была. Нет, крючок на месте. Не знаю тогда, как она очутилась в воде. Может, рыба была, просто сошла с крючка. У меня бывала на реке, на самой. Плохо тычку устанавливал. При хорошей поклевке, затянутом фрикционе, тычка гнулась, и удочка вылетала. Но я ее находил. Также закидушки бросал, вытаскивал без рыбы. Скорее всего, здесь такая же история. Что-то здесь поддергивает мелкое. Скорее всего. Сейчас посмотрим. Нет, ничего нету. Пустота. Ну, что-то поддергивало.
друзья, решил, в общем, я переставиться туда повыше, метров 50, где водорослей нету в углу берега. Там и ямки вроде хорошие. Здесь видно, вот за водорослями уже ямка начинается. Ну, что-то тишина здесь. Сейчас удочки начну потихоньку туда перетаскивать. Там расставлюсь. Там, в принципе, берег похожий, но водорослей намного меньше. И уже там буду пробовать что-то опять. Здесь вообще мертвяк. То есть что-то поклевывает, то ли мелочь, то ли что. Вон прыгнула рыба. Последняя вот один раз дернула и все. Больше она не дергала. Также все мертво стоит. В принципе, даже если дернет, я не знаю, как через эту бороду вытаскивать рыбу. Но здесь еще более-менее. Ну вот здесь вообще жестко. Грузило кое-как вытаскиваешь. Ладно, пойду я перетащу удочки. Попробую там что-то поймать. Смысла не вижу просто сидеть, бездействовать. Клёва нету. Хотя бы причину какую-то буду делать. Может, даст бог, наладится сейчас все. Пока переставлял, что-то здесь дернуло. Ну, карасик, походу, мелочь какая-то. Скорее всего. Сейчас посмотрим. Да, карасик. Крупный карась. Смотрите, какой он крупный. Тише, тише. Съедобный даже. Ну вот и первая рыба. Обловились. Теперь ждем сазанчика. Сейчас закормимся здесь, в новом месте. Здесь сразу видно, вот она яма идет. Свал. Хотя разница по берегу тут всего лишь буквально, ну, метров 30-40. И уже вот он результат. Сейчас там 3 закидушки осталось. Пойду их заберу и вот здесь поставлю. Все, все удочки я перетащил, все закинул. Осталось закормиться и ждать очередного гостя. Там вот чуть выше на камыш стоит. Сейчас здесь я закормлюсь. Кидаю я недалеко, потому что вот водоросли здесь кончаются. Их видно, где они кончаются. Сразу за них кидаю. В принципе, вот она уже падает. Течение не такое сильное. Можно даже ближе туда закинуть. На те две закидушки сейчас закину. Одну, на которую поймал, и одну соседнюю. На эту карасика поймал. В принципе, все, сейчас пойду кукурузой закормлюсь там и будем ждать с вами. Так, вот на этом поклевка у нас. Здесь, конечно же, коряги.
Но я фрикцион здесь затянул. В принципе, может быть, как-то удастся. К сожалению, не удастся. Затянул все-таки корягу. Не могу понять, в чем проблема. Сазанчик. Давайте я, наверное, за подсаком схожу. Фрикцион расслабил. Потому что здесь я на халку его не вытащу. Подсак, конечно, у меня одно название. Конь раздавил его. Как неудобно из-за этой травы вытаскивать. Я ее уберу. Че, друзья, первый сазанчик, хороший сазанчик. Полтора, наверное, где-то кило есть в нем. Увесистый. Правда, удочку утопил. Но лучше так. Первая рыбка, можно сказать, достойная. Конечно, здесь лучше вдвоем вытаскивать. Один на подсаке, другой тянет. Потому что коряги. Хорошо, что с коряги хоть вышел. Я на нее специально фрикцион затянул, чтобы он не увел сразу в корягу его. Потому что течение туда идет. Обычно сазан же против. Ой, вниз по течению идет. А амур, насколько я знаю, вверх идет. Ну вот и разловились нормальной рыбой. Нужно подсак нормальный приобрести уже. Я просто им редко пользуюсь. Вот. Позапрошлой рыбалке конь на него наступил, выгнул. Здесь тоже погнул, сломал. Теперь так только. Здесь он его уже заштопал. На попугайчик взял крючок. Такой вот. Где-то звенел вот. Скорее всего, карасик. Либо поклевывает, либо сел. Сел карасик. Вон, смотри, змея башка, видели? За карасем. Ну-ка, возьмет, нет, она его, интересно. Только что змея башка за ним. Вон она стоит. Я не знаю, видно вам, нет, на камеру. Давайте я присяду. Нет, уплыла, что ли? Уплыла. Прям за ним гналась. Поставить нарезку можно, в принципе. Но змей башку у меня никто не кушает. Да и сам я особо не любитель.
не ловить ее, не кушать вообще никак. Я так скептически к ней отношусь. Будто она не рыба, а действительно змея. Как-то так, в общем. То есть мерзковата для меня она. Поэтому смысла не вижу ее ловить. Можно, в принципе, попробовать. Поставить вот с карасика нарезку. Посмотреть, может, трофей какой-нибудь клюнет. Но опять же, даже если клюнет, что мне с ним делать, я не знаю. Поклевка. Тоже, скорее всего, карасик. Не сильно так дергает. Сейчас посмотрим. Да, карасик. Хороший карасик. Съедобный. Смотрите, большой какой, как сазанчик. Как будто лопушок сазанчик. Так они спрыгивают с крючков. Он уже спрыгнул. Не успел я. Эту закидывал. Еще одна поклевка. Но опять же, что-то мелкое. Опять, скорее всего, карасик. Да. Тут уже так буду вытаскивать нагляк. Сойдет, сойдет, нет, нет. Клевка. Скорее всего, сазанчик. Через траву тяжело вести. Сазанчик. Получается, я его и траву веду. Ой-ой-ой, мимо. Двоечник настоящий. Это стандарт. Это тоже стандартный. Вот такой вот, друзья. Стандарт, в общем. Карасик, что ли, сел? Поддергивает. Да, карасик. Хороший карасик. Такой же, который убежал. В принципе, это тоже может убежать сейчас.
тоже убежал. Вон он. Что-то звенит где-то. Этот или тот, не могу понять. Этот тоже карасик, скорее всего. Да. Слушайте, маленькие не убегают. Крупные караси спрыгивают с крючка. Уже часа три, наверное, как я закинул на камыш. Пойду сейчас посмотрю. Сейчас проверим. Хотя бы пожовку. Хотя бы нюхал, подходил, нет его. Нет, целый камыш. Где у нас хорошая поклевка? Сазанчика. Не знаю, вытащу, нет. Постараюсь, по крайней мере. Да, сазанчик. Подсак короткий. Есть. Тоже такой хороший подушку сазанчик. Тоже, кстати, на попугайчика взял. Подсекся. Все, дома. Здесь у нас снова карасик. Даже карасик тяжело идет через водоросли. Ну, хороший карасик. Подсака, как обычно, нету рядом. Ну, уйдет, уйдет, ладно. Не ушел. Хороший такой, увесистый.
карася вытащил. Вот он. Этот клюет карась. Этот клюет карась. Можно сказать, что бешеный клев карася именно. Я не знаю, почему сазанчик не берет. Скорее всего, из-за времени. Из-за жары. Ну, карась беспощадно берет. На все подряд там тоже клюет. Я уже не знаю, с каких начинать удочек вытаскивать их. Вот такие вот берут. Вот. Две кукурузины больших ставлю. Все равно цепляется. Маленький сазанчик, друзья, попался. Малыш совсем. Где твои усики-то? Один ус есть, другого нету. Хоть разнообразие, хоть не карась. Время 5 часов у нас. Сейчас иду контрольный закорм сделать. Карася, в общем, валом я не снимаю. Его поклевки, как я вытаскиваю его, очень много, в общем, попадается его, прям очень много. Не успеваешь, только закинешь, сразу же дергает. Сейчас вот вроде бы все перекинул, пока ни один не дернул. Это хорошо, может, сазанчик сейчас подойдет. Скоро уже домой собираться, без ночевки на день приехали. Где-то часа через 2-3, я думаю, уже поедем. Сейчас, дай бог, парочку сазанчиков еще поймаем. Резко что-то замолчали закидушки тут без перерыва. Зынь-зынь-зынь-зынь. Карасики эти мелкие. Первых закидушки далеко закинул, подальше. Только закинул, тоже сразу же карась на одну. Сразу же взял. Сейчас обратно перекинул все. Вроде бы тишина пока. Я думаю, может, под вечер подойдет сазанчик. Хотя бы парочка. Сейчас думаю, вот эту заряжу. На один крючок мед, на один на низ. И пусть стоит. Может быть, тем самым отсеку карася. Сазанчик возьмет. По две поставим. Посмотрим, может, что-то изменится. Чуть на дерево не закинул. Так, поклевка какая-то у нас. Что-то слабовато опять. Скорее всего, опять карасик. Здесь тоже вот поклевка. Ну, там точно карасик. Здесь тоже карасик. А нет, сазанчик маленький. Мелкий лапушочек. Даже не лапушочек, а малек. Такой вот маленький. Малыш. Сейчас перезакину все. Этот вытащу, сейчас посмотрим. Здесь нету там. Перезакину уже ближе к берегу. Прям, я не знаю, буквально на метров 6-7 от берега закину все удочки.
есть карасик. Вот такие вот задолбались, честно. Голодающие, чё они? Серьезная поклевка. Сазанчик. Ой, как он круги нарезает. Прям в траву. Какой же это пацак? Ой-ой-ой. Вообще не могу его поднять. Сломался пацак. Ну, повод будет купить новый уже. Наконец, друзья, дождался я нормальную поклевку. Аж соскочил, побежал радостный. По-моему, карасик опять дергает. Сейчас, в общем, друзья, минут через 20-30 уже начнем собираться. Да, поедем домой уже. За эти 20-30 минут подождем, может, сазанчик подойдет. Поймается. Сейчас потихоньку начну вещи собирать там в машине. Удочки оставлю пока. Как раз вот эти 20-30 минут. Потом не спеша начну по одной собирать. Все-таки в надежде, что подойдет сазанчик. Сейчас как раз время, вечер. Солнце заходит уже почти. Такое самое время клево. Все, друзья, в принципе, завершилась наша рыбалка. Сегодня у нас был бешеный клев карася. Поймал я там 4 сазанчика, по-моему, товарных таких. Ну, для кого-то, может быть, это и не товарный, малыш там, малек. Ну, для наших мест, извините, это стандарт. Если мы больше поймаем, это для нас уже трофей здесь. Так что, что имеем, тому и рады, как говорится. Сейчас начну собирать удочки уже, закидушки. Буду не торопясь собирать, может быть. Еще что-нибудь поймаем с вами. Такой сегодня спонтанный выезд получился. Я к нему не готовился особо вчера ночью. Решил ехать и поехал. Вообще собирался в другое место, но так получилось, что попал сюда. Ну, в принципе, я не жалею, что сюда поехал. Заодно побывал в этих местах. Никогда мимо всегда проезжал, но никогда не рыбачил на канале. Первый раз, получается, за все время я порыбачил на канале. В принципе, рыбалкой я доволен более чем даже. Вот, в общем, весь улов. 4 сазанчика и караси. Еще море, можно сказать, столько же убежало и отпустил. Собрал, в общем, закидушки все, все снасти. Загрузили машину. Сейчас потихоньку будем выдвигаться. Спасибо, друзья, за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписан, для продвижения канала. Все, друзья, увидимся с вами в следующей серии. Всего хорошего, пока-пока.